машине. Подача к воротам. Опасно. Ох, и сразу гол. И сразу на третьей минуте 1-0. Посмотри, кто забил. Это Левский. Если он коснулся мяча, я не видел со своей комментаторской позиции. Ну, вряд ли он просто так радуется. Кстати говоря, он забивал и в братском кубке. Правда, не головой. Он забивал тогда дальним ударом. Вот это я понимаю. Ну, какое шикарное исполнение штрафного. Бителло, 10-й номер.